снимайте на фланге, пацаны. Левый фланг снимайте на фланге. Два права решила отправить. Причем Андрюха так явно встал, куда он постарался бежать. Я почему думал, что они будут коридор сильно развивать слева. Так надо смотреть, как они на старте. Не, старты не отстали, но ты на этот, налево. Да? Так хорошо. Они тоже хотели два лево прыгать. Подорвите, нахуй, два права. А, нет, развивают коридор. Тренер сел. Коридор минус! Тренер, ну давай, ну нафиг. 50 лет! Андрюха там, видишь, заморозился, не развивается. Если сейчас просто тренер пойдет вправо, он даст Андрюхе пройти, я уверен, его просто пятерка не пускает. Ну ты работай, тебе зачем это все дают? А это Андрюха как бы поснимал. О, ну что читает таран, красавчик. Диагональ, 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 в жопу смотри. Диагональ, диагональ. Вот диагональ его и сняла, блин. Таран! Эй, сука, не сознанчик, блядь! Таран, диагональ, пожалуйста, в таких моментах. Ты туда пришел, нафиг тебе это зеркало. Я вот оно, зеркало контрольное. Нафиг тебе оно нужно. У тебя диагональ открытая была. Поле! Кто-то уходит направо, кто-то приходит сюда. Два нападающих стоит здесь. Только так. Просто так разбегаться с две стороны смысла. Это, опять же, это один из них.
Ты угораешь, что ли, с первого раза? Нет, я думал, в тебя попал сразу. Раз, два, три! Давайте, Коля! Коридор,
Вперед! Коридор встал! 300! 300! 300! Снял 300, снял 300! Где еще? Поле, да, нет? Поле!